Доброго дня посетителям канала To Nature Info. В сегодняшней аудиостатье рассмотрим, почему листья датуры желтеют и осыпаются. Датура – дурман-трава, ядовитое, но прекрасное садовое растение, пришедшее из азиатских стран. Многолетнее растение, зеленое, ветвящееся, поражается болезнями и вредителями так же, как и другие не менее прекрасные растения для сада. Прослушав сегодняшнюю статью, вы узнаете, почему именно у датуры листья желтеют и осыпаются, а также что делать в этом случае. Вырастить датуру на своем участке просто. Начинающие садоводы могут экспериментировать и испытывать себя в этом деле. Датура любит плодородную, богатую органикой почву. Почему же при всех сопутствующих составляющих листья датуры желтеют и осыпаются? Причины пожелтения листьев датуры. Клещ, бедная почва, скудный полив, отсутствие обрезки, закисленная почва. Клещи на датуре, желтые листья. Начнем с самого неприятного – паразиты. Клещ паразитирует на большом количестве растений. После поражения датуры клещом листья не то что желтеют, но становятся безжизненными и теряют свой цвет. Листовая пластина приобретает сероватый оттенок. В основном клещи появляются на нижних листьях. Можно обнаружить темные пятнышки, как места, откуда питаются. Опадают не только листья, но и бутоны, если уже успели сформироваться. Пик активности клещей приходится на весну-лето. Они паразитируют сухую и жаркую погоду. Как лечить? Обработка мыльным раствором, опрыскивание инсектицидами, неорон, фуфан, актелик, обработка серой. Также внедряется профилактика, создание или поддержание повышенной влажности воздуха. Профилактика акарицидом на основе дикофола. Желтые листья датуры из-за бедной почвы. Датура, как уже было описано выше, предпочитает богатой органикой почвенные смеси. Если посадить растение на бедной почве или не вносить регулярной подкормки, она начинает сбрасывать листья. Почвенная смесь для датуры – питательная, рыхлая, богатая органикой. Датуру нужно обязательно подкармливать минеральными и органическими удобрениями, чередуя. Подкормки в зимний период сокращаются или же вовсе прекращаются. Закисленная почва. Подкисление почвенной смеси для датуры, конечно же, хорошо, но на закисленных грунтовых смесях цветок расти не может, листья желтеют и осыпаются. Для того, чтобы восстановить растение, необходимо полить известняком, молочко на основе известняка, из расчета по 1 грамму на 1 литр воды. Проводить процедуру в профилактических целях. Скудный полив датуры, из-за чего желтеют и опадают листья. Листья у датуры могут также желтеть и опадать, если растения плохо поливают. Датура – это влаголюбивое растение, предпочитающее обильный регулярный полив. Как поливать датуру? Один раз в 2 дня. Летом поливать ежедневно, если жарко. В зимний период полив сокращается до 1 раза в неделю. В период покоя увлажнение уже прекращается. Отсутствие обрезки датуры. Датура может сбрасывать листья, если больше не подкармливает. Для того, чтобы восстановить растение, обновить побеги, необходимо обрезать датуру 2 раза в год. Цветы образуются лишь на молодых побегах, а ветки активно восстанавливаются. Отсветшие бутоны больше не опустошают запасы питательных веществ. Ставьте лайки под видео и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте переходить на сайт, чтобы первыми быть в курсе самых интересных статей.